Привет, меня зовут Ира. Кто меня еще ни разу не видел, рада знакомству. Кто видел и подписан на меня, рада вас всех видеть. Я соскучилась, вот честно, потому что видео выходит нерегулярно, вы простите, мы потом об этом поговорим. А сейчас мы поговорим на тему встречи с Наташей Нафи и Женей Гейн в Киеве. Хочу сказать в первую очередь спасибо огромное девочкам, которые устроили эту встречу. Я изначально приходила к Наташе, потому что Наташа мне импонирует. Знаете, вот я смотрю на нее и во многом ее понимаю. Тем более она сама из Киева, и многие вещи я для себя могу почерпать. Куда пойти, что купить там. Вообще такие девчачьи вещи. Женечка, я не была увлечена. Я не была на нее подписана. Хотя я смотрела, конечно же, ее видео, потому что YouTube всегда предлагает Женю в рекомендациях. Когда я познакомилась с Женей в реальной жизни, я поняла, насколько она такой искренний человек. Конечно же, пришла домой, подписалась в первую очередь на ее видео. Есть, девочки, понравились вам мои подарочки. И мне ваши подарки тоже очень понравились. А что же мне подарили? Во-первых, Quissy Dia Shower. Вещь известная на YouTube. И, девочки, да, еще раз да. Я, наверное, об этой вещи расскажу еще не раз в своих видео. Спасибо. Второй подарок – это автозагар Saint Мариз, медиум мате, вроде бы как, или это Италия, или Испания. Мне сейчас камера слепит глаза, я не могу прочитать, очень мелко написано, но я могу сказать об этом автозагаре. Большие плюсы то, что мне нравятся автозагары, которые смываются в душе. Я не люблю стойкие автозагары, потому что у меня сама кожа такая, знаете, склонна к забиванию пор, вот эти все дела. Несмотря на то, что все говорят, что автозагары не забивают поры, они у меня забивают поры. Ну вот хоть ты тресни. И во-вторых, не люблю разводы, поэтому я люблю утром не или перед тем, как куда-то уйти, а вечером благополучно все это снять. В восторге полном, мы были на берегу Днепра, такое кафе, которое немножечко подкачивал понтон, но это было даже приятно. Было ощущение летней погоды, прекрасного настроения, столько людей пришло, знаете, приятно было увидеть мою подписчицу. Спасибо большое, что подошла ко мне, я тоже на тебя подписана, я тоже тебя смотрю. Продолжай снимать, классно. И познакомилась с замечательным тоже влогером из Киева, которая живет тоже в моем районе. Это уже второй, кстати, человек. Ой, третий, Наташа же тоже, если не ошибаюсь, да. Третий человек, который живет в этом районе Киева. Ребята, девчонки, дождитесь обязательно видео с этой встречи с Женечкой Гейн и Наташей Нафи. Будет дальше видео, или в середине, или в конце, посмотрим, как я его вставлю. Сейчас, девочки, мы с вами пойдем на стоянку, а потом поедем в супермаркет Новус. Идемте с другой стороны еще посмотрим, да, Саш? Какие кошмарные дома. Что, их делают беленькими? Да, ну столько муравей, столько людей вообще. Столько? Ну, я не знаю, это точно что где-то? Такое ощущение, что где три дома, а потом не слышно. Да, ну что, посмотрели? Привет, друзья, и мы сейчас едем в Новус по-быстрому. Сегодня стоит такая душная погода, которая, несмотря на то, что она душная, она с ветром. А все потому, что у нас за Киевом... И в Киеве идут пожары, то нефтебазы, то леса. В общем, все для людей. Все очень мы быстро тушим. Ну да ладно, надеюсь, быстро все закончат, все эти проблемы, и мы будем нормально и дышать, и существовать, и все с нами будет хорошо. Хочу с вами поговорить на такую тему. Очень часто я слышу от своих подписчиков, что я нерегулярно выпускаю видео. Действительно, это так, потому что на самом деле сейчас очень много всяких событий в моей личной жизни. Я просто не успеваю монтировать видео. Отснятого материала достаточно много. Нет, очень просто на самом деле. Сашенька, ну зайка. Заяц. У ребенка замечательное настроение. Ответ очень прост. Сейчас очень трудно каждый день мне выделить по полчаса, часа времени ночью. Я очень устаю и ложусь раньше спать вместе с ребенком, даже бывает. Не хватает мне сил на монтаж, но это все временно. Я думаю, уже... Очень красивые домики. Что, сумочка нравится? Я думаю, сегодня... Ай! Ребенок! Сегодня-завтра я уже начну монтировать видео.
надеюсь, не будет никаких дальше сбоев. Ну, ничего обещать никогда нельзя, ведь это жизнь, все мы люди, все мы. У всех есть свои личные дела, семейные дела, которые нужно решать. А мы уже подъезжаем к Новосу, собственно, поэтому увидимся немножечко позже. Привет, ребята! Я наконец-то попала на встречу к Наташе, к Нате, а также к Жене Гейн. Это реально классное такое событие для души. Девочки просто супер искренне, такие, знаете, дружественные, как подружки. Я очень рада видеть их, услышать их. Просто нет слов, очень счастлива. Мы переживаем вообще. Потому что мы же...